Всем привет, дорогие друзья! С вами дядюшка Розе, и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе. Добавляется вот такой вот бонус, но это бонус для новичков, вернувшихся, но теперь по итогу могут его получить все до 25 сентября. Я не могу его получить заново, потому что я уже получал, и как бы не могу тут ничего такого интересного. Ну, ордена точечки, там кристаллы души, карты класса, которые нам обещали, типа героически будут на самом деле там только редко, с мизерным шансом, что выпадет героическая. И те, кто представляют эту игру, описывают это так. 11 сентября не палатка позволяет получить ежедневный бонус для новичков, вернувшихся игроков без соблюдения условий. До 25 сентября могут получить эту награду. То бишь, если вы ее получали, как я, ну я не могу заново, у меня она как пройденная уже заново не могу ее получить, но было бы неплохо. Все равно какой-то буст, какие-то ордена, какая-то виталка. Тем более есть где потратить эту виталку. Как это данжик. Я уже в дискорде писал, что намного легче стало играть, потому что ты сильно так не нуждаешься в спотах, как раньше. Типа есть биора, есть инстанты, есть башня слоновой кости и так далее. Логово Антара где ты можешь выбивать какую-то синьку, то бишь наслаждаться этой игрой. К примеру, сейчас у этого клана, где я нахожусь, вар. Непонятно из-за чего, но там ЧСВ топ-сайт, я так понял. Видишь, меня это не касается, то что я стою где-то в лудио, там бью свиточки, чтобы проходить их, да, закрывать коллекции, там скупаю точки, стою инстанты, то бишь мне пофиг на этот вар, то что происходит вообще как-то розово. Это тем, кто там где-то в Адене, наверное, стоит и на дриле, начальных локах, сочувствую вам, то таким нубам, как я, вообще пофиг. Места для развития, ну салют один раз-два. Мой путь терпильства не изменит. Буду, так и останусь. И в целом, в будущем, если буду играть этим чаром без доната, я буду играть терпилу, как это прискорбно не было. И там кто-то обижался, но ну, я кого-то банил, потому что меня тупо начали оскорблять, хоть тоже говорю, что я терпила. Ну, это так и есть. А простые оскорбления — это очень низко, безобоснованные. Ну, ладно, не об этом. Ежедневный бонус для новичков и вернувшихся. Могут получить все. Идем дальше. Вот такое вот крутое обновление. Групповые подземелья теперь с 50 перенесены на 40. -е. Персонажи 40 уровня могут участвовать в групповых подземельях. Что и есть правильно, потому что снизили уровень сложности подземелья. И это надо было сделать. Не знаю, ну короче, вот такое обновление. Приходит писемка. 10 тысяч виталки и сундучок с расходкой. Еще один ивент и последний это древние лунных кроликов. Вот такие места входа с 30 по 80 и выше. 10 тысяч адены на вход один час в день. Как два монстра, с которых выпадают. Свитки, фрагменты рецепта оружия, доспеха, украшения, знаки шилин, знаки. И также будет такой мини-босс. Ресаться, с которого выпадает мусор. Ну, героические кусочки, но там шансово оно выпадает. Но в целом, если гоняться чисто за вот этими кусочками, вы тратите свое время, лучше пофармить адену в этом подземелье. Как бы и опыта неплохой адены, это будет намного профитнее, чем гоняться за мусором. Но есть такие ребята, которые там уже вы. Ну я не знаю, какого они левела, их буст и все такое, но отношу их к категории 200 алмазов. Как у вот то был чел, да? 200 алмазов, базары чем летал, рассказывал я там фармлю 200 алмазов, ты чё там, заберешь мою точечку на оружие или что там, лес камень по 15 алмазов. Я их называю Анжела Мелочевщица. Выпадают, вот видим, свитки и винтовый, короче, мусор. Улучшенный кристалл, кристалл, ну такое одного до 5. Фрагменты рецепта могут выпасть. Как редкие, так и героические. Ну так себе. Ну есть эти ребята. Я думаю, что они получают от этого всплеск каких-то эндорфинов. Какую-то эмоцию. То бишь забрал у меня босса. Ну хоть что-то да забрал в этой игре. Хоть получил мусор в итоге. Но получил эту эмоцию. Как бы играет в терпилу. И какого-то нуба забрать что-то. Это святое дело. Ты что? Потому что тоже там были комментарии. Один поддерживал то, что он летает по Лудиновским Зарычам убивает нубов каких-то. И он обосновывает это, то что он два года терпел, нафармил на фиол пушку, он это может делать. Ну короче, вот такие вот играют в эту игру, и мы с этим ничего не можем сделать, потому что там дресс никакого нет, и то бишь... А, вот, смотрите, мешочек удачи, мешочек удачи, кролик полной луны, да, мешочек удачи падает с него. И вот с него может выпасть полоса и так и оно не и винтовая, и не привязанная. Не знаю, сколько вот этот кролик, вот такой он, так он выглядит. Конечно, как бы их выделить... Не, не агрессивные и не элитные. Но да. Ну а кролики, они просто мобы, даже не агрессивные. Если были агрессивные, было бы круто. Так где-то появился этот кроль, прям около меня, вот он. Ну не хочу его бить. Э, не трогай его, слышишь? Он автопилотом его начинает бить. Короче, бестолковое дело, вообще бестолковое. Продолжается смена класса в и древковое оружие. Переходим в паки Зареал. 1200 алмазов в паках, карты высшего ордена, славы реликвия. Такой двухэтапный пак, 4 пака скупаем, 6000 алмаза, получаем еще дополнительно карту Агатена Мастера. В самих паках ордена, знаки, улучшенный кристалл. Ну, очень неплохо реликвии. Обычные трехэтапные паки. Ну, тут, как всегда, ну ничего не меняется на протяжении уже, наверное, месяца четыре. Теперь с браслетами. При неудаче мы получаем карту мастера на выбор. Рецепт ремесленника в самих паках. Очень неплохо орденов и знаков. Кристаллы не положили. Зелье пробуждения высокого качества, чистый эликсир, ну, тоже реликвия очень круто. Также карта мастера, карты высшего. Продолжаются у нас компасы, наверное, это будет очень долго. Эти компасы можно скрафтить различные предметы, пентакли, книги наследника. Игнорирование сопротивления урона плюс 5 при убийстве врага восстанавливает 20 хп. Абсолютная точность сопротивления урону плюс 5%. У оглушенного персонажа сопротивление оглушения временно плюс 3%, снижение урона плюс 5. Увеличен шанс сопротивления частому наложению аномальных состояний. Что есть круто. В этот раз у нас промоушен с бежой. 1% шанс, да. Кранвелл, Гэтсби уже крафтил, я показывал. Твоё настроение вообще. Играешь ли ты в это или во что ты играешь? Всем пока.